Я всех приветствую. Зовут меня Ирина. Люди мне пишут в социальных сетях, вот, к примеру, в комментариях под моими видео, под моими другими видео, не по проекту Whole World, хотя по проекту Всемир у меня предостаточно видео. Вы продолжаете участвовать в проекте Whole World? Если да, то поделитесь новыми результатами. Конечно же, в проекте «Всем миром» у меня каждый день идет доход. Сегодня я вот записываю, у нас 25 ноября. Мне уже пришли денежки. Деньги я получаю по 1, 2, 3 доллара, 5, 10 и 15. И смотрим. Самое большее, что вы можете получить, это перевод на сумму 15 долларов. Ну вот здесь в Pyre он отображается как 14,85 за минусом комиссии. Вот 15 долларов, 5 долларов, 3 доллара, 15, 5. И так каждый день идут такие переводы. Но вот эти вот рубли не считайте, это идут с других проектов. Вот 3 доллара, 3 доллара. Доллар и так далее. 3 доллара, 1 доллар. Вот 1, 1, 1, 2, 3, 1. Таких переводов очень много. Как многие говорят, ой, что ты там зарабатываешь по 1, 2 и 3 доллара. Ну, а если их много, соответственно, копейка рубль бережет. А доллар сейчас растет с каждым днем. И так далее. Кстати, запустилась акция, она запустилась уже пару недель назад. Копилка достижений. Накопи 500 долларов к Новому году. Я уже записывала такое видео. Вы можете найти также на моем канале это видео. Я там подробно рассказываю, что это за акция. У меня на канале очень много роликов по проекту Whole World. Их, наверное, более 2500. Ну и ВКонтакте, если вы ко мне зайдете, здесь у меня стоит пост. Также я выставляю свои скриншоты с телефона. Ну, каждый день я не выставляю, потому что если я буду выставлять в историях и в постах каждый день и каждый день записывать видео по проекту «Всем миром», то ко мне просто от людей угаснет интерес. Поэтому я каждый день не записываю видео. И сегодня у нас будет вебинар. Вебинары проводит у нас директор Александр Комиссаров по четвергам в 19 часов. И еще 10 зрителей могут выиграть бесплатную активацию своих аккаунтов, то есть 5-долларовый пин. Поэтому заранее зарегистрируйтесь и войдите в свой личный кабинет. И, кстати, кто уже является участником этого проекта, вот как я, вы можете также выиграть пин-код и продать его новым участникам. Я продаю за 200 рублей, а можете просто так подарить. Всем пока-пока!